Четвертая четверть началась с досадной потери бизонов, которые не могли даже вынести мяч от центральной линии. Грищенко накрутил там всех. Проход на нем спалили. Меликян. Мне удалось посмотреть статистический отчет в перерыве. Как вот в перерыве, в паузе между четвертями. Курашкин тем временем 2 мимо. Вертаев подбирает. У Московского по 4 фола, у Вани Грищенко и у Александра Калошина. Притеченский. Худов 3 очка. Мимо. Зорин на подборе. Скидка сверху. Да. Отлично разыграли. Зорин с Меликяном. Зорин сверху 2 очка. Журавлев 3 очка мимо. Меликян. Пронос. Пол. 2 очка. Не свистят уже. Потеря. Максим Куйков. У Московского 4, прошу прощения, у Бизонов 4 фола, у Стаса Брыкина. 3 у Журавлева, 3 у Клыкова. Грищенко пошел в проход, 2 очка точно. Худов. Фол. Меликян, конечно, Эдик. Руку держал на спине у Максима Клыкова. Мне удалось выяснить, за что сверху Грищенко. Да. Великолепный слэм-данк в исполнении Вани Грищенко. В ответ Брыкин потерял мяч, заступил на линию аута. Лукин, скидка, Зорин 2 или 3 не видел, все равно мимо. Амеликян на подборе. Скидка, Зорин, Курашкин там дважды на нем фалили, а он нес сверху. А если бы занес, это было бы просто фантастика. 82-44, уже 38, если я не ошибаюсь. Третий фол у Худова, но выходит Клыков вместо Притеченского. Первый штрафной точен, плюс 39, будет плюс 40. Второй штрафной точен, плюс 40 уже. Мяч уходит от Лукина, конечно. Журавлев. Клыков. Скидка на Худова. Худов 2 очка. Великолепно. Тоже мягкая такая кисть у большого человека. Очень большого человека, я считаю. 7 минут до конца четверти. А тем временем Ваня Грищенко. Стоп энд дроп. Элемент вот у него великолепно отработан. Остановка и бросок после ведения. А тем временем Клыков с разворота. 2 очка. Лукин заслон. 2 очка точно. Великолепно. Все те же 40 очков уже.
серия. Грищенко перехватывает. 5 в 1. Зорин фол. Мимо. Плюс 41 будет или нет? Мимо. Нет, точно. Плюс 41 у московского. Замена у Бизонов. Арман Абленов вместо Константина Худова. Касание было. 17 секунд на владение остались. Журавлев трехочковый. Ну, наконец-то. Один из 7 или один из 8. Ай-яй-яй, Андрюша, Андрюша, какой был момент. 2 очка тем временем Зорин забивает. Ай, Андрей, как жалко. Нес сверху. Мимо. Брыхин. Перехват. Нету перехвата. Лукин 3 очка мимо. На подборе Меликян. 91-51. Такой интересный счет. Грищенко на нем спалил. Жень Журавлев, да? Или Арман Абленов? Сейчас посмотрим. А, фол Арману. Двойная замена у московского. Вышел Саша Калошин и Саша Левцов вместо Дениса Лукина и Эдика Меликяна. У Бизона вышел Худов вместо кого? Вместо Юртаева. Первый штрафной мимо Ваня Грищенко. Второй штрафной точен. Плюс 41. Журавлев. Клыков. Арман Абленов. Клыков. Худов. Абленов. Журавлев 3 очка. Мимо. Фол. Стас Брыкин. 5-й фол. Он должен покинуть площадку. Я это точно знаю. Выйдет Андрей Юртаев. У московского вместо Алексея Зорина выйдет Дмитрий Искрин. Прошел. Зорин, Калошин. Ого, как переложил мяч.